его сегодня. Обалдеть, я таких вообще не видела. Решили сегодня мы прогуляться. Было такой ветер сильный, волны такие большие. У меня что-то случилось со звуком. И хочу вам показать такую красоту. Это моя там Маргаритка бегает с девочкой Дашей. Они строят плотик. Люди пройти не могут, волнами размывает. Здесь беседки, где мы решили отдохнуть. Это я пошла к морю показать вам. Разговариваю, а со звуком что-то у меня случилось. Здесь на видео не так видно, какие волны. Но волны были очень большие. Сейчас я пойду наверх, туда дальше, по-моему, прогуляюсь. Какое небо очень красивое. Говорю за кадром, потому что со звуком что-то было у меня случилось. Море, небо. Ну, было, конечно, класс. Там мы решили прогуляться. Люди вот не могут пройти. Тут размывают волнами большими. И девчонки строят плотик. Как мостик. Не плотик, а мостик. Вот, сейчас я туда пойду. На Алчак. И покажу вам, какие там волны. Конечно, когда я снимала и шла, все говорила. Был, конечно, сильный ветер. Вот так не сказать, что сильные волны. А на самом деле они были, наверное, больше метра.
Небо, конечно, очень красивое. Хотела показать вам частичку Крыма. Город Судак. Это здесь мангальная такая зона. Дома же нам не жарится шашлычок, мы решили здесь. Я не знаю, видно, вон видно волны. У берега, конечно, они не такие. Здесь лавочка, можно отдохнуть. Вот, видите, но тут не так, но видео прям вживую, конечно, это было вообще бомбически. Тоже люди гуляют. Вот, волны видно, но они вживую прям реально такие большие, здоровые. Я пришла как раз подальше, чтобы показать вам сюда за лес. Ну, шум прибоя, море. Ну, просто сейчас ветер. Если звук был бы, просто ничего бы не слышно было, не видно. Здесь я слазаю и пошла. Конечно, я тут все рассказываю. Ветер дует. Челку всю прям раздуло. Решила немножко показать вам фотографии. Тоже с морем. И себя немножко запечатлеть на память. И вообще видео я снимаю как бы для себя. Знаете, очень много снимают для себя, чтобы сохранить. Года идут. Но море, конечно, шикарное. Я надеюсь, вам понравилось видео. Это моя дочь Маргаритка. Пироженку кушает. Здесь мы отдыхаем. Всем пока-пока!